Киеве взрывотехники специального центра быстрого реагирования были вызваны на боевое задание. Дело в том, что на набережной Печерской улице рабочие, убирая мусор, нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 50 килограммов. Из здания, расположенного рядом, были эвакуированы сотрудники офиса, а также милиции, был оцеплен район ЧП. Эксперты погрузили авиабомбу в спецмашину и увезли на полигон в Новых Петровцах, где ее и взорвали.